Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада всех приветствовать на моем канале. Моя соседка, дай Бог ей долгих лет жизни, дай Бог ей счастья и здоровья, поделилась со мной очередным рецептом. Этот рецепт от суставов, от экземы и от всяких болячих, связанных с нашим опорно-двигательным аппаратом. Девчонки, такого я еще ни разу не пробовала, но по ее же рекомендации я это все-таки сделала. И надеюсь, что этот рецепт мне поможет, так как у меня больные суставы, у меня имеется начальная стадия варикоза, этот рецепт мне будет только в помощь. И если он поможет вам, я буду только очень рада. Кстати, мои хорошие, речь у нас с вами сегодня пойдет о маклюре, или как называют его в простонародье, адамово яблоко. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить вместе и применять для наших больных суставов. Спасибо моей доброй соседушке, которая с радостью поделилась со мной информацией про этот замечательный плод маклюра и дала мне номер телефона Сергея, с которым я созвонилась и договорилась о приобретении этого замечательного плода адамово яблока. В течение 2 дней плод был доставлен мне на дом. Телефон Сергея я оставлю в описании под видео. Кстати, за один плод вы отдадите всего лишь 80 рублей. Я приобрела 5 плодов на 400 рублей. Так что, девочки, это недорого. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Итак, мои хорошие, сейчас я буду готовить замечательное средство от наших суставов. Это маклюра, адамово яблоко. Готовить его надо обязательно в перчатках. Итак, разрезаю этот плод на 2 части. Смотрите, какой здесь сок образовался внутри нашего плода. Далее мне понадобится чистая стерилизованная баночка. И я нарезаю наши плоды на небольшие кусочки и отправляю наши плоды в чистую баночку. Очень хорошо это средство помогает при остеохондрозе позвоночника. Болевой синдром проходит быстро, воспаление и спазмы мышц прекращаются. Настойку маклюры обычно применяют для растирки. Основное действие препарата – противовоспалительное. После приема и наружного использования уменьшается боль, отек, проходит покраснение. Заливаю наши плоды водкой. И еще добавлю. Вуаля! Наше средство от суставов готово! Настойку маклюры для суставов лучше использовать курсами. Необходимо смочить тряпочку средством, разведенным водой, 2:1, приложить к пораженной зоне, закрепить целлофаном, теплой тканью, оставить на 2-3 часа. Девчоночки, так как у меня осталась маклюра, я обязательно еще приготовлю такую же растирку и приготовлю мазь. Мазь из маклюры очень хорошо от варикоза. Считается, что мазь из адамового яблока обладает более щадящим, но не менее эффективными свойствами. Мазь будет глубоко проникать в ткани, оставаться там более длительно, чем настойка. При этом не раздражает кожные покровы. Ну а как приготовить мазь из маклюры, я вам расскажу в следующем видео. Дорогие мои друзья, сегодня я поделилась с вами замечательным рецептом от больных суставов. Приобрести данные плоды вы сможете, обратившись по телефону к Сергею. Номер телефона я оставлю в описании под видео. Всем вам желаю счастья и здоровья. Не болейте.
Пусть у вас все будет хорошо. С вами была ваша Елена.